Его половину откусила, она спрыгнула. Микрофон. С 27 числа мы здесь, в подвале. Все наши маленькие дети, всех увезли, потому что от испуга дети вообще перестали даже разговаривать. Увезли в Ереван. А теперь нам старики остались на коляске. Страшно даже, вы не представляете все это. Каждый раз летит этот снаряд, не знаем, в кого попадет. Дрожим, сидим в подвале. Сидим в подвале и дрожим, что вдруг опять попадет сюда, опять к нам попадет. И каждый день со страхом этим живем. Этими ракетами были разбомбованы Степанакерт, город Степанакерт. Они израильского производства, запрещенные во всем мире, но используют по мирному населению они. Количество? Количество каждый раз изменяется, но сейчас на данный момент где-то около 70 штук здесь есть. Но оно пополняется. Еще собираем, ну, которые бывают в опасном, ведь именно на месте подрываем их. Израильские. А вот это смерчи, вот эти маленькие, тоже кассетные бомбы. Поставим еще. Есть кетчуп?